феврале 2013 года было осуществлено задержание участников банды Кусковский, руководителем которой являлся Куск, являющийся сожителем Плотников. По задержанию Куска и других участников банды Кусковский также непосредственное отношение имел Гафаров. В связи с этим Плотникова вновь стала обращаться в различные правоохранительные органы с жалобами и заявлениями с целью решения вопросов об отстранении Гафарова от оперативного сопровождения по данному уголовному делу. Однако ее обращения должного эффекта не возымели, в связи с чем у Плотниковой возник умысел направлен на увольнение Гафарова из органов внутренних дел путем дачи взятки в крупном размере сотрудника оперативно-розыскной части службы безопасности МВД Куарты. Для реализации намеченного плана Плотников стал искать возможность знакомства с указанными сотрудниками, о чем в октябре 2013 года более точные даты следствия не установлены, сообщил своему знакомому Шиякову. В свою очередь Шияков, зная, что знакомый Селиванов работает в должности заместителя начальника ОРЧСБ МВД КОРТ, сообщил об этом Плотникову, который попросил организации обстоятельств совершенного преступления, суд считает, что исправление Плотниковой возможно только в условиях изоляции от общества. Основания для применения статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не находит. Однако, с учетом положительных данных о личности, суд считает возможным назначить минимальное наказание в виде лишения свободы, предусмотренной санкцией статьи. Между тем, с учетом совокупности вещающих обстоятельств, суд считает возможным применить статью 64 Уголовного кодекса Российской Федерации и не назначать ей дополнительное наказание в виде штрафа. Отягчающие обстоятельства по делу не установлены. Достаточных оснований для изменения категории преступления нельзя, что соответствует части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, не находит. Также суд не находит оснований для освобождения Плотникова от ответственности согласно примечаниям статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Местом отбывания наказания в соответствии с пунктом Б части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации определяет проектную колонию общего режима. Вещественные доказательства денежные средства в размере 1 миллиона рублей добровольно выданные Селивановой, хранящиеся в арендуемой ячейке ОСБ «Банк Татарстан» в порядке пункта Г. Часть 1 статьи 104 превозят Уголовного кодекса Российской Федерации подлежат конфискации с обращением в собственность государства. На основании изложенного руководства статьями 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд приговорил признать Плотникову Ирину Павловну виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом Б части 4 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации с применением статьи 64 назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Профессиональное мнение, чисто профессиональное, что, конечно, безусловно, надо обжаловать, потому что в приговоре я не услышал ряд обстоятельств, подлежащих оценке, которые, я считаю, достаточно важны. Так, например, я не услышал ни слова относительно того, что Шияков, вы слышали оглашение приговора, что это, в общем-то, основной свидетель, на основании которого, в общем-то, весь приговор состоялся, само преступление состоялось, да? Потому что все у нас только с его слов. Было установлено в ходе судебного заседания, что это являлся, в общем-то, фактически агент. Причем агент как оперативных служб МВД того же Гафарова, так и агент сотрудников УСБ того же Селиванова. Да? И для меня весьма странная ситуация, когда сотрудник Гафаров, сотрудник Селиванов и их агент Шияков планируют преступление, в которое потом они вовлекают Плотникова. Да? То есть наша позиция защиты была именно в этом. То есть Плотникова не отрицала свою вину, вы это слышали, она признавала эту вину и так далее, но при этом мы просили дать оценку тому обстоятельству, что имело место провокация, и именно сотрудники правоохранительных органов, причем разных, да, взаимодействия между собой, эту провокацию, собственно, и готовят.